За незаконную охоту на сайгака в Жангалинском районе задержан 45-летний мужчина. В отношении него избрана мера пресечения содержания под стражей. Возбуждено уголовное дело. 7 туш краснокнижных животных с отпильными рогами были обнаружены в степи во время рейда, который сотрудники отдела природоохранной полиции проводили совместно с инспекторами Охотзоопром. В ходе оперативно-розыскных мероприятий вблизи населенного пункта Кубка-Казал Кубжасарского сельского округа стражи порядка задержали жителя Акжейкского района 73-го года рождения. На месте были обнаружены еще 72 туши сайги. Вполне вероятно, что подозреваемый занимался незаконной охотой не один. На сегодня устанавливается причастность других лиц. Установлен и задержан подозреваемый гражданин Г. В отношении его избраны меры пресечения содержания под стражей. Задержанный по статье 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворен в изолятор временного содержания Акжаикского РОВД. Расследование ведет отдел внутренних дел Жангалинского района.